увидел хохла, обрадовался еще больше. И снова там. И снова пинком, короче, и снова обратно. Ну, на третий день еврей, короче. Говорит, ну раз уж, хотя вы не смогли, хотя я пойду, значит. Ну, залезает, короче, еврей. В общем, лезет такой, лезет. В общем, знаете, такие двое по лагерю ходят, типа ничего не было, они не в курсе, там. Все нормально. Ну и вдруг, короче, слышу такие крики. Ай! Ай! Русский хохол поворачивается и говорит, ну, мы-то в курсе, как бы, что-то она сейчас случилась, как бы. Все что стояли там, терпели, как сядет, ты чёрт, как бы, терпевший. Ну, хохол такой, сал. А теперь представь себе минутку, мы стоим за 100 километров, по пояс в сугробе, хуй знает где, в лесу и рассказываем анекдоты. Да, 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 вот, причём, это... Зацени, мы стоим, значит, уважаемые подписчики, что сейчас происходит? Мы стоим за 100 с хреном километров от Москвы, в лесу, практически по... Ты показывал. Да, да. Практически по пояс в снегу, в лесу. А, перезарядили наш GoPro китайского происхождения. Вот, и, соответственно, ловимся сейчас. Куда мы ловимся? Куда-то. Нет, туда-то понятно. Как бы еще в больший лес, еще в больший снег и каким-то непонятным строением. Север. Север. Итак. Фарту масси, ауя. Давайте. У нас тут есть вот этот провожатый. Вот. Он говорит, я знаю короткую дорогу. Смерть. Заметьте, я вообще молчу. Тихо, спокойно. Держим. Я тут провалился в колени. А он просто съехал. Надо на 4 очков не упасть. Так, ну что ж, предлагаю продолжить путь туда. Значит, вот так обойдем. Значит, туда пойдем. Буксует, боясь. Я тебя подтолкиваю, бать. Давай, помоги деду. Помоги деду. Не буду тут. Ты сам залезай. Саночки не взяли мы, да? Да, да, да. Что-то там выпадать? Костыль там подзастрял чутка. А, нет, все, нормально. Костыль перлит и идет и дрищет. Я пока не понимаю, что это. Батя. А? Это не там, где мы были с тобой? Нет. Нет? Нет. А помню, здесь могут быть дырки, бать. Знаю. Ребята, обязательно лайк. Еще раз. Подписку на канал. Лайк и подписку. Смотрите же, что мы делаем для того, чтобы был контент. Который вы потом смотрите. Парни, я уже выдохся. ЗРК-25 походу и стояли. Готовы в нужный момент. В нужный момент готовы по Ираку или США. Первое. Второе кольцо ПВО, оборона города Москвы. Нормально провалился. Там что ли этот колено? Ага. Вот, такая же. Да. Просто. Я говорю, мне почти по пояс. Так. Снега метр, наверное. Да, неплохо бы. Сейчас сделаем. Держи.
Чего? Фонарик. Включай свой на айфоне. На айфоне слабый будет. Да хоть что-то, блядь. Короче, их там мы искали, походу. Ничего себе, я не видел, что здесь вход. Башку берегите, под ноги смотрите. Ага, понятно. Так вот здесь даже лежак сделан. Да? Да. Пленка. Ну, посиди. Вот так вот. Походу здесь кто-то жил, бля. Двое тут кто-то жили. Двое? Ну да, потому что два этих. Заебись. Целый комплекс. Ты ходили туда? Нет, еще не ходили. Я знаю, что в такие ангары обычно танки прячут. Бля, что, ну сколько ты сюда, блядь? Два танка, один танк? Один да? Танк, да. Слушай, а помнишь, на третьем объекте там же танк был нарисован? На Викимэпе, блядь. Они на всех так нарисованы, на всех объектах. Да? Просто танк там, я помню, был. Ты вставил новую батарейку-то? Да. Фу. Ну что, назад возвращаемся? Он тебя что ложит? Заяц, скорее всего. Че, думаешь, так пойти? Ну а че, вот так вот, как раз вот. А мне кажется, с той стороны надо. Давай, ты так, короче, а мы через внутрь. Давай. Не хочу по снегу идти. Такой. И дети выходят в машине. И дверь-то броня. Да, вот так вот может взять и привалить. Это что такое? Не выстрелил? Холостой. С той стороны их больше было. В смысле? По карте? Визуально. Пошли через этот бункер обратно пройдем. Выйдем на ту сторону. И там ты увидишь. Прям выходишь, и у тебя все будет. Ну а прям. Кто со светом, идите вперед, я никого не видно. Свет, пошли со мной. Кость, включай это.
Ну вот это очень маленький, конечно, коридорчик. Прям вообще. Интересное, конечно, заведение. А еще меня больше поразило вот это отверстие и вот это отверстие. Трэш, конечно. А почему вот в этой круглой хрени мы не были? Вот я и говорю, вопрос, это круглая хрень или это просто, блядь, бетонное, как бы это, усиление бетонное? А. Я понял. Плюс, наверное, чтобы это выдержало бомбежку, наверное, как-нибудь. Когда пол не дышит. Мне кажется, Валер, давай откроем карту. Мне кажется, это, блядь, не сооружение. Это, блядь, просто, ну, укрепление. Укрепление какие-то, типа, идут. И вот там тоже? Вот там вот тоже, да? Ты видел, что там? Что там? Насыпь, блядь. Насыпь. Она со всех сторон один въезд только. Да, вот. И по краям вот этой насыпи железные штыри с кольцами стоят. Ну, не знаю, вот здесь вот просто насыпь, как бы вот такая вот, как воронка сделана. Один проезд через нее. Короче, смотри. Отдышись. Останови дыхание. Останови дыхание. Хочешь, чтобы я сдох, что ли? Наоборот, блядь. Наоборот, я хочу сдох. Вот смотри. Телефон. Вот это, бля. Пошевелись, поехали. Маршрут-то убери отсюда. Да маршрут. Не мешать тут будет. Короче, ну вот здесь. Вот это, я так понимаю, что центральные дороги здесь расходятся. То есть она идет, походу, туда, по идее. Если я правильно понимаю. А что он у тебя такой тусклый? А хуй знает. А, вот. О, видишь? Здесь, да. Вот здесь есть централ. Побриться мне надо. Да, кстати, скоро на работу еще. Самое интересное, что этих. Здесь не знаю. Вот есть какая-то центральная развилка вот здесь вот. Так. Вот. Я тебе больше скажу, я не знаю, где наша машина. Машина вот там. Ну да, примерно там. Выходим вообще не понятно где. Потому что, блядь, есть ли тут смысл дальше что-то смотреть, блядь. А вот сдался, эти... да? Нет, я не сдался. Давай я здесь, короче, постою это, с Костяном, а вы, короче, пока это, прочешите всю округу. Застал, да? Засними его это. Сейчас запотеет все.
Самое интересное, я что-то не вкурю, где эти ангары, блядь. Он не показывает их, да, походу? Ты как их, здесь покажет? Слышишь, на такой огромной территории всего один ангар. Не может такого быть. Надо идти в сторону Ульяновска. Валерия Ульяновска. Тут волков нет, нахуй. А мы вообще не на запретке случайно. Кто сейчас, бля. Стоять, бля. Пацаны, бля. Ну подходишь. Не, подходишь к типа, ну сдаешься, а потом в тыку и на прогибу потом ногами. Работает это? Да. Пошли. Посмотрим. Валера, как на себя ее? Хотите прикол? Парни, хотите прикол? Там линия электропередач идет. Там линия электропередач идет. Живая причем. Вон линия электропередач. Здесь что-то нормально ездил. Это Урал тут ездил. Пацаны, вы вазелин взяли? Да. Там линия электропередач. Валерий Русланович, там ничего, там лес и полянка. Вот. Что вот? Вот. И что это? Курилку разломали. Курилку разломали, геи. Да. Придется здесь курить. На самом деле, что ты можешь сказать с подписчиком? Какие у тебя впечатления сейчас? Какие у тебя эмоции переполняют? Устал я, у меня болят ноги, поэтому если вы не ставите лайки, мы больше не будем для вас стараться. Вот это все. Жизнь, боль. Чтобы покурить, как на Северном полюсе, сначала надо пачку оттереть от снега. Вот. Потом открыть ее, достать обмороженную сигарету. Вот. Слышите, гремит? Вот. Это табак. Это табак. Ищем зажигалку, она такая же. Вон, вся в снегу. Но мы не пропагандируем курение. Мяу-мяу. Как же пи***а ржать со стабом. Ничего не трясется. Да, даже можно прыгать. А я не знаю, так... Там, ты главное кнопки не трогай. Да я вроде не трогаю. Ты трогаешь их. Да? Да. Ну что, мы нашли бункера, бункеры, как правильно по-русски, не знаю. Вот. Чутье Руслановича, оно, скажем так, не подвело. Причем мы затратили минимум. Я спинным мозгом чувствую. Да, спинным мозгом и фалосом. Фалос вообще, это вот когда вот, ну, девка, она готовая дать, он у меня прям, ну, давайте подкатывать. Маячок срабатывает. Ну, да, вот. И все. Насадку сделали. Здрасте. Вот. Как вы думаете, вот мы взяли наш путешественник еврея. Вот. Как вы думаете, это оправдано или нет? Вот у евреев эти, как их, ну, такие. Пейсы. Пейсы называются. Да. Вот он их не там вырастил просто. Да, 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 да. Вот. Такой один конкретный пейс. Нет, я бы сказал, что это не пейс, а это под носом, блядь. Ну не под носом, не под носом. Под подбородком. Так сказать, вообще. Зато он прям, вы знаете, где вы сидите? Вот здесь, и все, сразу все понимают. Самое вы у меня все в пейсах. Мы стали опять отвлекаться. Мы стоим, блядь, за 100 километров. В непонятном лесу. Не, а ты обратил внимание, что вот мы просто на районе не можем. Нам обязательно надо уехать в какую-то, сука, сраную тайгу, блядь. Да. И там перемыть чьи-то кости, короче, вспомнить евреев, хохлов, молдаванов и таджиков. И самое интересное, мы за 100 километров в лесу по пояс снега. Сука, очень холодно. Ну слушай, это очень круто. Смотрите, что происходит. Ла
лайки ставите, и я встаю. Ну и народ такой ходит здесь мимо, такой. Это, о, что-то валяется. Да, да и хуй с ним. Это, мы сейчас... Твою мать, я чуть не ушел вообще в торбу. Ну, о, еще раз чуть не ушел. И подливу даже пустил. Не, ну тогда бы коричневая полоса была. Галек, вставай, ты с соплями не стоит. Два брата, один хуй, другой лопата. Ага. Колбаса и волк. Так, короче, блядь. И причем никто не знает, кто из них кто. Ну что, погнали обратно? В бункер. Да, в бункер мы были. Ну так надо еще найти. Сейчас мы найдем. Давай карту. Нам нужно выйти на эту центральную развилку, куда все эти идут хуевые. Карта осталась на это, на салфетке. На салфетке, на салфетке говно. Да. Это нужно заскрести. Вот. Сейчас там появятся какие-то новые эти дороги. Придется по ним пройти. Ну и похуй, пошли, что стоять. Вот отсюда пошло название. Что за сраная дорога? Да. Да, или приключения в стиле. Вот. Короче, туда тогда. Или туда. Ну желательно по дороге. Вот там дорога туда, и вот мы туда прям пойдем. Там туда. Ну давайте мы хотя бы... Потом мы там вот, если выйдем, короче, мы потом 8 километров так дойдем и до машины. Да похуй, мы уже, мы в Адуляре только 6,5 прошли. А вы даже, наверное, поболее с Игорьком. Да. На 500 метров. Чё, кипиш, блядь. Что такое за чёрное вообще? Чё? Нет? Тихо, блядь, заткнись. Блять, точняк. Что там? Обрати внимание, куда снимает. Просто инопланетяне, здравствуйте! Говорю, не трогайте кнопки, блять! Блять, где там? Что там, блять? Что там? Где? Вообще ништяк. О, аллилуйя! Бляха-муха. Я уже понял. А это кто? Зайц, похож на волк. Это волк, как заяц бежал. Заяц какой, блядь? Это волк, блядь. С такими маленькими ножками? Или лиса. Да, ну лиса или волк, блядь. Вот. Ты чё, блин, лесником, что ли, заделался? Нет, он это, он в поисках члена. Кто-то, смотри, ты первый побежал. А что ты не пошёл-то? Вон, смотри, там мексиканцы могут жить. Официальное аниме? Есть кто? Да следов нету, кто там может быть? Это не то. Там нихуя нет. Ты там же это? Здесь явно кто-то жил. Подушки, еще что-то. Меня вот больше всего раздражает это вот этот снег. Снег? Да. Зато сюда мало кто из блогеров зимой ловит. Ты залез. Залезть-то залез. Теперь главное вылезти. О, у тебя уже баров много. Нет. Я дом буду смотреть. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мы делаем это для вас. Конечно. Оставляйте комментарии и нажимайте колокольчик. Конечно. Степные волки реально заткнись. Степные волки, реально степные волки. 100 километров по пояс, сугробы, очень холодно. Отмороженные яйца. Да, но мы делаем это для вас. Я вам скажу вот так вот, как бывший лесник, что летом
помимо медведя могут быть жопу. Да, еще и живые существа в виде людей. Вот, инопланетяне всякие. А? Ну вот туда. Зачем? Зачем сюда? Ну мы же отсюда пришли. Если ты видишь. Нет, мы пришли за бункером. Ну? Да. Да, уже сил нет. Что-то еще? Да. Ништяк. Бетонное основание. Вы что? Вот ходим вокруг да около. Какого вообще болта? Бетонное основание? Бля, и дерево что ли вросшее, блядь? Да. Погнали. Че, народ? Я же сказал, что еще не все. Котняк! Охренеть! Смотри, прям в дерево вмонтировали. Нормально. Тут умели же. Нифига ангар. Я думаю, что это тут уже рак вот таким. А дерево, да, слушай, интересно. Смотри, смотри, как это. А! Дерево, блядь. Что, зато полное, блядь. Растет, блядь, на крыше. Да не знаю, что что-то сделали. Джейк Хэдсон и забыла прятки. Нам бы гараж такого размера. Я пасу, что-то черепцы и бдится. А? Эй, массаж, дэр, бункер, ЗРК-25. О, хорошо. Да, вообще приятно. На бомжа похож. Хочешь свет выключить? Да. Опять кричишь? Я думаю, они все однотипные. Нет, ну видишь, они отличаются. Вообще. Ну как бы с деревом они придумали, бля, нормально. Я вот так природу. Там что-то есть? На чем там растет? То есть я не на камне.
Нет, там земля на сцена. Само собой, само собой. Ну прикинь, мы ходили, блядь, даже не заметили, бля. Поэтому нахуй со спутника это подержи. О! О! Со спутника не видно эту хуйню. Понятно, не пей. Это борщевик огромнейший, блядь. Не говори. И как обычно, все для подписчиков. Лезем непонятно куда вот такие сугробы. Ну, может, мы и не сюда идем. Так мы так, не сюда идем. Не, сюда. Вот наш ID. А, ну да. А налево? Налево, да, пошли. Я обычно налево не хожу, но походу придется. Придется. Жизнь, она такая штука. О! О, ничего себе! А у тебя подошва оранжевая, у меня тоже что ли? Ай? Куда потерпишь? Так в машине. Мы здесь ходили? Да. Я просто не слышу вот этого крика. Старый, это ты красавчик. Старый, это ты красавчик. Ащ. Обрати внимание, не слышно. Надо сказать, старый, ты красавчик. Они не слушали даже вообще. Подожди, блядь, не надо же следить, да? Ты что, машину даже не видишь, что ли? Ну ты Алёша. Ащ. Свобода, быстрее, пожалуйста. Дорогие подписчики, все видите, да? Как бы все для вас. Чтобы был контент, чтобы вы все видели. Поэтому давайте ставим лайки, пожалуйста. Потому что стараемся для вас. Потому что нам-то, в принципе... Не, нам, конечно, интересно, но, в принципе, можем это и не снимать, а как бы снимаем это для вас. Поэтому, если вам не трудно, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Ну, и оставляйте свой комментарий. А я устал. Я просто устал. Стоп. Проходишь ты, говоришь лайк, подписка и колокольчик. Лайк. Перепост. Подписка. На страницу.